Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами в кибуце Шваим, недалеко от Герцелии. У нас с коллегами на работе день отдыха, общения, расслабления и получения удовольствия. Это территория гостиничного комплекса кибуца. Она довольно большая, потому везде есть указатели, чтобы не заблудиться. На истории. А еще все, кто захотел, получил на природе массаж. Вот это было радость. Так, за руки едет транспорт. А сейчас мы направляемся в культурный центр, центр посетителей, где нас ждет завтрак и ланч, а также театральное представление.
Выступления артистов проходили одновременно в трех помещениях. Очень трудно было выбрать одно, но мы решили посетить стендаписта, комика Мухаммеда. Очень нам понравилось, настолько было весело и зажигательно. Рекомендую. Довольно симпатичный в гостинице холл. Посмотрите сами, правда очень красивый? Светлый, просторный, уютный, очень много зелени. А еще здесь современность встречается с прошлым. Телевизор с плоским экраном, люстры и диваны, и одновременно предметы старины. Граммофон, например, или печатная машинка. Ну как можно было себе отказать в удовольствии? Конечно же, мы остановились и сделали много фотографий на память. Мы покидаем это чудное место и идем к нашему автобусу. А так не хочется уезжать. А за стоянкой впереди Средиземное море. Ну вот и подошло время нам прощаться. Спасибо всем за лайки, комментарии, подписку. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока-пока.